Хотите узнать, как увеличить дальность вашего Wi-Fi до 3 км, а увидеть головку с цепью от пилы для газонокосилки? Если да, то смотрите видео до конца. Сегодня я вам покажу очень классные и полезные товары для дома и дачи, которые вы точно оцените, и они вам понравятся. И как всегда, в конце ролика будет конкурс с денежным призом. Жмите на лайк и давайте смотреть. Первым полезным товаром будет светодиодная подсветка замочной скважины с датчиком движения, которая устанавливается на входную дверь. Датчик движения улавливает человеческое тело, и свет автоматически включается, подсвечивая замочную скважину, благодаря чему можно без проблем открыть дверь в темноте. Подсветка дверного замка зажигается автоматически на 5-7 секунд. Благодаря четырем светодиодам освещается не только замочная скважина, но и территория в радиусе 50 см. Питается прибор от одной пальчиковой батарейки, которая помещается под заднюю защитную крышку, а монтируется проще простого. На задней панели есть пазы для крепления шурупами или двухсторонний скотч. Умный потолочный светильник, выполненный в привлекательном дизайне, поможет создать оптимальное освещение и равномерное его рассеивание. Кроме того, современный светодиодный светильник комплектуется пультом дистанционного управления, позволяющим не только регулировать интенсивность света в пределах 2700-6500 кельвинов или включать-выключать свет, не вставая с дивана, но и изменять цвет освещения. Также управлять светильником можно с помощью синхронизации с мобильным приложением или браслетом. Mi Band, одной из функций которого является отслеживание сна. Среди преимуществ такого светильника отмечу довольно экономный расход электроэнергии, длительность эксплуатации диодов и степень защиты IP60 от пыли и влаги. Гибкий блокиратор закроет от любопытства вашего ребенка шкафчики, ящики, тумбочки и так далее. Надежно заблокирует любые ящики от вашего непоседы. Благодаря этим замкам любознательному ребенку не удастся открыть холодильник, микроволновку, стиральную машинку или унитаз. Замок-фиксатор крепко прикрепляется на мебель при помощи липучки двухстороннего акрилового скотча. Снимите защитную пленку с липучки и аккуратно прикрепите замок к мебели, крепко его прижав, чтобы липучка успела вклеиться. Высокоскоростной USB-концентратор обеспечивает скорость передачи данных до 5 гигабит в секунду и, кроме того, может работать просто в качестве зарядной станции для мобильных устройств. Благодаря своим небольшим размерам данный девайс можно переносить даже в своем кармане. Корпус устройства выполнен из огнестойкого прозрачного пластика. На одной из граней девайса расположились два разъема microUSB и USB 3.0. На верхней части устройства обосновались сразу 4 порта USB, которые поддерживают скорость передачи сигнала до 5 гигабит в секунду, что позволяет забыть об использовании привычных USB 2.0, которые работают в 10 раз медленнее. Быстрая передача данных позволяет не ждать длительное время, когда необходимо перекинуть, к примеру, на ПК объемные файлы. Автоматический инкубатор на 48 яиц с резервным питанием. Этот инкубатор будет весьма полезен тем, у кого в районе нередки случаи отключения электроэнергии. В этой модели инкубатора предусмотрено резервное питание от 12 вольт. В качестве источника такого питания вы можете использовать любой аккумулятор, например, автомобильный или солнечную батарею. Точный контроль поддерживания температуры от 0,1 градуса, контроль влажности и времени инкубации. Значения выводятся на дисплей. Также есть автоматический и безопасный переворот яиц в лотках. Все, что вам нужно, это раз в несколько дней проверять наличие воды в поддоне и подливать ее при необходимости. Сигнализация с датчиком движения реагирует на любое движение в радиусе своего действия после того, как датчик активирован и настроен на рабочий режим. Если датчик движения обнаружит движение в радиусе своего действия, спустя 5 секунд включается звуковая сирена мощностью 105 дБ. Звук такой мощности окажет сильное психологическое влияние на грабителя и будет слышен в районе 300 метров. Сенсорная сигнализация приспособлена для охраны квартир, гаражей, небольших помещений, магазинов и так далее. Механизм заслужил популярность своей простотой в установке и обслуживании, компактностью и удобством. Уходя на работу, уезжая за город на выходные или покидая квартиру на несколько недель, вам всего лишь нужно активировать датчик при помощи дистанционного пульта. После этого вы закроете дверь и уйдете по своим делам, а сигнализация будет выполнять свою охранную функцию. Головка с цепью для газонокосилки. У травы и сорняков не будет шансов. Хотя мне кажется, что и мелкие кустарники и ветки будут срезаться на ура.
Очень перспективный товар, позволит вам совсем не париться с леской и ее постоянной заменой и срубит вам все, что захотите и где захотите. Главное обеспечить себя во время работы средствами защиты. С такой головкой и камень может прилететь какой-то или еще что похуже. Что думаете насчет такой головки? Стоит рисковать косить такой или лучше ну его? У нас, кстати, такой в продаже не нашел. Жидкая кожа – новое уникальное средство для ремонта кожаных изделий, а также изделий из дермантина и любых видов кожезаменителя. Маскирует порезы, потертости и царапины. Эта субстанция, похожая на клей, которая наносится на поврежденные участки и, засыхая, придает им первозданный вид. Жидкая кожа незаменима для починки обивки в салоне автомобиля, кожаной мебели и любых изделий из кожи и кожзаменителя, обуви, сумок, кошельков и одежды. Это средство не требует термообработки, сушки и нагревания. Оно имеет высокую прочность и пластичность и не расслаивается после высыхания. Идеальный термос для любителей чая и кофе. Его особенность – это удобное ситечко, которое позволяет отфильтровать чаинки или кофейную гущу. Это значит, что заваривать напиток можно прямо в термосе. Вам не придется делать это в чайнике или в кофейнике, а потом переливать жидкость. Еще одно достоинство термоса – это способность сохранять температуру напитков до 10-12 часов. Вы можете утром положить термос в сумку, а вечером по дороге с работы домой выпить чашечку горячего чая. Не упустите возможность зарядиться энергией в течение всего дня. Он подойдет для того, чтобы взять горячее на работу или учебу. А стильный и современный дизайн оценят даже заядлые модники. Паровая швабра от известного бренда. Мощная паровая очистка позволяет не беспокоиться о бактериях и вирусах. Кроме физического очищения, вы заботитесь и о здоровье ваших близких. Швабра нагревает воду за 30 секунд до 140 градусов. Такая паровая швабра очистит ваш пол от грязи гораздо быстрее обычной швабры. Для удаления даже сложных пятен вам не понадобится больше прилагать усилия. Она убивает 99,9% бактерий без применения химии. Для очистки 30 квадратных метров вам необходимо использовать примерно 3 литра воды. При использовании паровой швабры вам хватит около полулитра воды. При этом вы еще и стерилизируете пол от бактерий. Чтобы избежать засора от накипи, применяйте дистиллированную воду. Портативный миниатюрный SSD-диск с очень хорошей ценой. Он тихий, высокоскоростной, у него низкое тепловыделение и низкое энергопотребление. Он ударопрочный, компактный. И компактный — это слабо сказано, он капец маленький по сравнению с обычными жесткими дисками. Скорость чтения у него 320 МБ в секунду, скорость записи 280 МБ. Интерфейс USB Type-C, контроллер MLC-чип, тип памяти NAND Flash, вес 23 грамма, с кабелем 38. В комплекте поставляется сам SSD-диск и 30-сантиметровый кабель Type-A Type-C. Предполагаю, что можно такой диск подключить напрямую к телефону и вкидывать информацию непосредственно в него. В общем, диск интересный и очень прикольный, многим будет кстати. Мощный Wi-Fi приемник. Частые проблемы с приемом Wi-Fi сигнала дома или в офисе? Постоянно обрывается интернет-связь при передаче файлов или во время игры? В этом вам поможет данный адаптер со встроенной усиленной антенной для улучшения качества принимаемого сигнала. Это адаптер в форме радара, который предназначен для подключения к Wi-Fi. Он является стандартным Wi-Fi адаптером, подключается через USB к ПК или ноутбуку, но с усиленной направленной антенной. Также возможно расположение тарелки как вертикально, так и горизонтально, либо под любым углом в пределах 90 градусов. На днище корпуса имеются крепежные отверстия для возможности установки на стене и прорезиненные ножки для установки на горизонтальную поверхность. Скорость передачи до 150 Мбит в секунду. Рабочее расстояние до 2 км в помещении и до 3 км на улице. А вот и конкурс. Приз 200 рублей на счет мобильного телефона. Для того, чтобы принять участие, нужно быть подписанным на мой канал, поставить лайк этому видео и написать в комментариях, как вы провели Новый год. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео и стримы с розыгрышами подарков. Спасибо вам за просмотр этого ролика. Всем пока!